Приветствую, друзья. Я перед роликом хочу вам порекомендовать вступать в группу моего админа-дизайнера, который делает мне шапки и аватарки для группы. Если вам нравится то, что он делает, вступайте в его группу и можете у него узнавать, как заказать у него также шапку. Shelby Design. Теперь я знаю, кто я. Кто я без него? Ну и кто же ты? Я загадочник. Ну, наконец-таки Готэм смог показать именно то, за что я не могу бросить это шоу. В этот понедельник в эфир вернулся после долгого почти трехмесячного хиатуса главный, пожалуй, на сей день продукт, раскрывающий с самых низов становления темного рыцаря Готэма. А почему же серия получилась столь замечательной? Да, потому что в ней опять все было конкретно и в цель. Не было пространных диалогов, а те, что были, касались раскрытия персонажей в будущем. Может отказаться от загадок? Нет. Ни за что. Хорошая загадка раскрывает тайну человека, который ее загадывает. Однако главное блюдо серии было запрятано уже в ее названии. Нам, наконец-то, спустя почти 3 года представили еще одного злодея вселенной. И он, я вам скажу, забегая вперед, замечательный. И это еще одна причина, почему я не могу бросить этот сериал. Яркие антагонисты, которых можно просто сразу брать готовыми и снимать даже в полном метре про Бэтмена. И загадочник Эдварда Нигмы здесь на данный момент просто чудо. Да простит меня Джим Керри, примеривший также эту роль в далеком 95-м году. После первого появления в шоу роли неуклюжего судмедэксперта лаборатории полиции Эд постепенно превратился в одного из самых ярких злодеев города. Нигма долго не рассусоливает в серии, эволюционируя в загадочника, и уже с самого начала эпизода берет быка за рога. Лишь в предфинальной сцене в полицейской академии нам наконец-то показывают его в ярком салатном костюме, без обиняков, отсылающего нас к оригинальному прототипу Ридлера и комиксов 1948 года. В первой же сцене он связывает профессора университета и дает ему 3 загадки. Ну а потом логично убивает, когда вроде как ученый ничего не отгадывает. Вот эта логичность ситуации и отсутствие отсебятины авторов и дают свои плоды. Именно такого Ридлера и представляешь себе, когда читаешь комикс. И здесь нет той игры в кошки-мышки, какую создатели играют, например, с Джеромом, 2-й год просто намекая на того, в кого он вырастет. А вот здесь загадочника не перепутаешь. Мне нравится, как создатели заставили Нигму самого прийти к пониманию, кто он. Да, конечно, без пингвина и здесь не обошлось, но сейчас этот пингвин был не настоящим, а лишь продуктом наркотического трипа Нигмы, превращающего его в злодея. Теперь Нигма сам знает, как действовать. Он свободен от власти обстоятельств прошлого, вроде отделения полиции или давления пингвина. И понимание того, кем стал Нигма, помог теперь закрепить ему Морган Фриман в вселенной Готэма Люциус Фокс. Какая же была замечательная сцена их диалога в машине. Джим Гордон всегда, кажется, в сериале тянет одеяло на себя во время таких ответственных диалогов. Однако здесь беседа Фокса и Нигмы была выверена спокойной. Мне кажется логичным, что продюсеры сделали антагонистом Нигмы именно Фокса. Потому что, давайте будем честными, но интеллект у Люциуса все же посильнее, чем у того же Джима или Буллока. Он даже логично находит косяк в загадке Нигмы, говоря, что на нее подходят 2 ответа. Что же теперь? А теперь Ридлер должен быть готов к мести пингвина, и мне уже жутко хочется на это посмотреть. Второй, но такой же интересный кейс этой серии – вот в дело судосов и уже чуток подзабытого то ли клона, то ли брата Брюса. Выучив наизусть все детали жизни Брюса, клон соглашается работать, а был ли у него выбор, на судцов и проникает уже под видом настоящего Брюса в имение Уэйнов. Хотя не ясно, что представляет собой конечная цель суда. Уже в промо новой 16-й серии под названием «Эти темные и навязчивые идеи» мы слышим от дяди Фрэнка, что у суда есть суперсекретное оружие, которым они хотят уничтожить весь город. И теперь вроде как Джим ставит свои миссии предотвратить этот взрыв. Пока что кажется несколько глупой такая миссия у суда. Меня всегда вводили в уныние злодеи, целью которых было либо захватить весь мир, либо уничтожить все и вся.
Если конечная цель суда действительно такая, во что я не верю, то это не очень хорошо. Исходя из первоосновы, суд сов является своеобразным мифом, но в то же время и реальной организацией, которая тайно управляет Готэмом, а значит логично, что независимый Брюс Уэйн, наследник крупнейшей корпорации города, им не нужен. Значит, теперь им нужно подставить подконтрольного заменителя. А самого Брюса нужно было бы, скорее всего, убить. Но, как мы видим, настоящего Брюса отправляют куда-то в горы. И кажется мне, что здесь-то мы и увидим подготовку будущего Темного Рыцаря. Только воспитывать его будет, видимо, Лига Убийц, ну или Теней, если отсылаться к фильму Нолана. И здесь-то мы, видимо, и заметим пересечение с фильмом «Бэтмен. Начало». Правда, в той версии Уэйну было уже побольше лет, и отправился он в Азию по собственной воле. Логично, что и суд сов, отправляя туда Брюса, надеялся с помощью шамана как-то перековать его, превратив в нового бойца Лиги. Но кажется мне, что все снова пойдет не так. Кроме того, уже известно точно, что в этом сезоне успеет появиться глава Лиги Теней Рас Аль Гул в исполнении актера Александра Сидика, более всего сейчас известного по роли принца Дорна из «Игры престолов» Дорана Мартелла. Если же отмотать несколько назад, то сцена с юным Уэйном открылась с его тренировки в метании ножей. Не знаю, как вам, но мне почти каждая сцена своеобразного клинча Альфреда и Брюса дорога. Причем это развитие гораздо более информативно, чем любое дело Джима Гордона, что, наверное, не очень справедливо. В любом случае, кажется, что именно этой линии продюсеры должны уделять гораздо больше времени, если этот паренек все же когда-то станет темным рыцарем. Пока же, кажется, Брюсу нужно научиться получше справляться с эмоциями, чтобы им не так манипулировали, как сейчас с этим письмом. Также мне кажется, что уже в следующем эпизоде Альфред окончательно поймет, что перед ним не Брюс. Тем более фокус с пирогом, кажется, зародил в нем подозрение уже сейчас. Да и Селина, вероятно, как-то расскажет о том, что не писала письмо. В итоге кажется, что как раз эта часть плана суда самая слабая, и, вероятно, просто так Альфред сидеть не будет. Третий кейс этой серии, хоть по сути и интересный, но самый слабый из ранее представленных, это внезапное обретение семьи Гордоном в лице родного дяди Фрэнка. Интерес развития этой сцены целиком и полностью лежит на сложной игре Фрэнка. Кстати, друзья, если вы подробно как-то читали комиксы, может быть, старые какие-то выпуски, а был ли дядя Фрэнк изначально в первооснове в комиксе. Вот, кстати, интересно узнать ваше мнение. Пожалуйста, напишите внизу, какая роль его была там. С одной стороны, он пытается привлечь Джима вступить в суд, а с другой говорит, что ненавидит эту организацию, потому что именно она якобы целиком виновата в смерти отца Джима. В итоге, войдя туда, Джим каким-то образом уже с дядей якобы сможет разрушить это осиное гнездо. Не знаю, как это звучит из моих уст, но по интонации и словам Фрэнка, обращенным к Джиму, я не смог окончательно решить, что это за персонаж. Да, мы видим в финале серии, что он говорит Кэтрин, что все идет вроде как по плану, и может показаться, что он все же злодей. Но с другой стороны, давайте будем честны, именно это он и предлагал Джиму. В итоге в Готэме появился еще один плюс. И это своеобразная детективная интрига о том, какие все-таки реальные планы у дяди Фрэнка. И, наконец, четвертый кейс тоже достаточно спорный. Нам показали почти целехонького пингвина после ранения в грудь и падения в воду. Не знаю уж точно, как это было там на самом деле, но уж слишком притянутым выглядит удачное сопряжение кобл-пота и вдруг недалеко проплывающий ядовитого плюща. Я бы понял, если бы здесь свои чары применил Стрэндж или на худой конец Фишмуни. Возможно, мы все же увидим объяснение причин выживания пингвина уже в следующей серии. По крайней мере, в прошлом промы уже фигурировали и Муни, и Стрэндж, причем в компании Айви. Также мне показалось, что столь быстрое возвращение пингвина в строй, ну, слишком скоротечное. Продюсеры могли бы
подольше потянуть эту интригу, дав тем самым побольше времени другим персонажам шоу для раскрытия вроде того же Загадочника или Селины. Видимо, теперь остаток сезона будет построен на искрометном противостоянии бывших друзей, а теперь больших врагов и злодеев. Кроме того, пост мэра Пингвин все еще не покидал, а значит для Нигмы его воскрешение будет, я думаю, двойным сюрпризом. В итоге серия получилась сочной, динамичной и без лишнего экшена и пафоса. Так и хочется сказать, все в меру. А как вам этот эпизод? Понравилось ли вам представление Загадочника? Рады ли вы задействованию двойника? Куда забрали совы Брюса? Честен ли с Джимом дядя Фрэнк? Нравится ли вам столь скорое возвращение Пингвина? Пишите ответы на эти вопросы внизу, мне жутко интересно узнать ваше мнение, особенно если вы читали оригинал. Ну что же, дорогие, это все на данный момент, пишите соображения насчет этой серии внизу. Ну а пока спасибо, что смотрели, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте нравочки и до новых видео, в том числе и по Готэму. Удачи, дорогие!